Нежный, сочный и пикантный рулет из индейки порадует всех любителей мясного. Совсем не сложный в приготовлении, убедитесь сами. Рулет хорош и горячим, и холодным. Как закуска, основное блюдо или нарезка на бутерброд. Филе лучше всего брать большого размера, так будет легче формировать рулет. Специи используйте по вкусу, начинку также можно менять. А вот тушить рулет советую именно в пиве. Попробуйте, будет вкусно. Лук нашинкуйте потоньше, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте овощи на 2 ложках масла до мягкости, не давая румяниться. В середине приготовления посолите и обильно поперчите черным перцем. Остудите. Филе индейки разрежьте книжкой, не доходя до конца, прикройте пленкой и отбейте до толщины в 1 сантиметре, формируя 1 ровный пласт. Мне не повезло, замороженное филе оказалось кусками. Но это не беда, из отбитых кусков тоже можно сделать рулет. Посыпьте мясо солью, смесью перцев чили, чесночным порошком и мускатным орехом. На один край выложите морковно-луковую начинку. Сверху распределите нарезанные маслины, шинкованный зеленый лук и маринованный острый перец. Сверните рулетом и крепко перевяжите кулинарной нитью. Обжарьте на оставшемся масле со всех сторон до румяной корочки. Залейте светлым пивом, добавьте соевый соус, убавьте нагрев до минимального и тушите рулет около получаса, поливая временами соусом из сковороды. Можно запекать рулет и в духовке. Готовому рулету дайте полежать под фольгой минут 15-20. Удалите нитки, нарежьте рулет ломтиками и подавайте.